Всем привет! Вы на канале Fighter TV, и сегодня я запишу для вас занятия по муай-тай в клубе Fighter. Выдвинулся на тренировочку непосредственно. Сегодня у нас пятница, сегодня день спаррингов, и это значит будет очень-очень жарко и весело. 15 раундов по правилам муай-тай. Это стоит того, когда на 12 раунде уже не можешь, когда ты на 12 раунде уже просишься домой, просишь о помощи, о пощаде и тому подобное. Бывает очень часто люди срываются и не выдерживают такого давления, напора, ну и в целом физподготовка у многих слабая, которая не может вывести все 15 раундов. Впрочем, постараюсь заснять для вас все, как проходит, сколько людей будет, комментарии пару людей. А тем временем я уже выдвинулся на часах 2 часа 37 минут. Спарринги 19:30. Помимо спаррингов у меня еще индивидуальная тренировочка, которая проходит в 15:00. С 15 до 16 индивидуальное занятие, 16:30 средняя группа, 18:00 младшая группа, ну и 19:30 начнутся спарринги среди взрослых. Индивидуальную тренировочку закончим. Переношусь на среднюю группу. Да пока никого нету. Оказалось, что все-таки один человек ко мне пришел, и сейчас я буду проводить с ним индивидуальную тренировочку. Пока он разминается, 5 раундов, сейчас прыгает с мячом, постоим с ним в парах, на лапах, продемонстрируем технику муай-тай. Tiptoe on the ledge, yeah. Live life on the edge, yeah. Pistol to the head, yeah. I'm a dying legend, huh? I'm a dying legend, yeah. Yeah. I'm a dying. Занимайтесь файтери, это прикольно. Рекомендую. Планы резко поменялись, когда наступил дождь, поэтому берем сумочки, возвращаемся в зальчик. Давайте, кто быстрее, Андрей или Данил, кто быстрее? А ну, кто до сумок быстрее? Андрей лидирует. Молодцы. Ну что, как самочувствие? Андрей, тебе 6 лет, взял, несколько раз ты его опередил. Как так получилось? Ты поможешь? Коля, 15-очки, сейчас уже борьба. Перешли в борьбе стойки. Вот колешки по корпусу. Молодцы. Подкручивай его, когда он бьет коленом. Подкручивай. Крути его, когда он бьет коленом. Крути за спину. Вот за спину. Потихонечку разогревчик. И потом уже основная часть спарринги будут. Пока что подводящие упражнения. Куда ты так? Так нельзя в тайском бою. Скручивай назад. Вот, сильнее. Разворачивай. И разворачивай. Канатом. Тяни его канатом. Канатом, вот, втягивай туда, вот, держи тут, держи, вот, колено можно хватать, Максим, хватай. Такая бескомпромиссная схваточка между двумя ребятами. Молодцы, хорошо тренируются. Все. Ну, тут немножечко еще пылесошу, параллельно, пока они разминаются или делают колени,
быстро приготовить зал в порядок для взрослых спаррингов. Тебе можно только через колено перекидывать. Вот, Максим, хорошо, руками, да, двумя, левой, правой, левой, правой. Хорошо, разорвал, на снова повтор. Разорвал, на снова повтор. Артем. Let's get lost tonight. You could be my black cake mouse tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say. Ну, ответ. Раз, два и прямой. Пам, ответ. Раз, два и прямой. I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bad when the presence of greatness. Cause right now that... Ой, дай дорога в рай. Че лежим? Че сидим? Че стоим? Конечно, ёп. Мина, Артур где? Срочно сюда, Артур. Тренировка в файтере, пожалуйста. Вот, ребятки, боксируют. Тут и сидит Саня. Почему сидишь? А я уже всю норму сдал досрочно. Я отличник просто. Вот такой красавчик здесь. Попивает вициазочку. Но, конечно, не до конца доработан, в отличие от этих ребят. Я маслину поймал. Маслину поймал и слег, не дойдя до финиша, вот чуть-чуть. Ну все, вот так вот продолжается занятие у нас. Какой? 10-й раунд. Полторы минуты прошло. Здесь у нас сколько? 4 пары тут. Опа. Илюха присел. А что ты присел, Илюха? Печень опять. Печень пробили? Да. Вот сегодня не везет тебе. Он уже до этого 4-й раз попадает. Ну, красавчик, красавчик, Олег. Ого, там Руслан, этот Артур рубится просто. Не на тот... Типа он готовится.
Ну что, Стёпа, давай. Покажи, на что ты способен. Сегодня день спаррингов, 15 раундов. Раунд миновал, но время попал, но, блин, по бедру, если честно, мне пару раз. Вот этого парня попал, но, блин, по голове. Сейчас вот буду отыгрываться. Вот так вот заканчивается тренировка по муай-тай, так заканчиваются спарринги. Я вас прошу, друзья, подписаться на канал, если вам понравилось это видео, поставить лайк, колокольчик и поделиться с этим видео своим друзьям. С вами был Артем Шубин, файтер. Всем до новых встреч. Strap on my vest, put on my hat. Motherfuckers out of line, get laid down flat. I'ma show you how I will, nigga, act.